И если для ремесла нужно что? Что такое народный промысел? Чем он отличается просто от такой магазина? Да, тем, что промысел – это заработок, да, то есть нам нужен покупатель, мы должны эту вещь продать, мы рассчитываем на какой-то рынок. А вот когда мы подходим уже к искусству, то художнику уже нужен зритель, а не покупатель. И поэтому у нас родилась вот такая идея, чтобы наши мастера-резчики, оставаясь на этом высоком уровне, да, художественном, показывали свою работу, и этого зрителя мы постараемся им обеспечить. То есть вот такая выставка общая у нас будет теперь проходить, так же, как проходят наши фестивали текстильные или фестиваль домашних кукольных театров раз в два года. Так что мы вас приглашаем не забывать об этом, иметь эту цель встречи со зрителем, да, и работать уже, имея в виду не только сегодняшнюю какую-то ситуацию, да, сегодня, а вот дальнейшие наши с вами выставочные проекты. Ну, а конкретно о мастерах, которые здесь представлены, вам расскажет Анастасия Александровна, вам хорошо знакомая. Вот. И о том, что у нас для детей. Ну, вот, Настя расскажет. Ну, во-первых, спасибо большое всем авторам, которые откликнулись, которые предоставили свои работы, и у нас получилась такая замечательная, теплая, очень уютная выставка. Не все авторы сегодня смогли приехать, кто-то у нас путешествует, как Владимир Маркин. Если вы обратили внимание, вот там в витринках стоят сделанные вазы, всякие скульптуры и ложечки, огромное количество. И это все сделано из мореного дуба. У Владимира Маркина не случайно мореный дуб появился в творчестве, потому что он занимался водолазанием, он работал водолазом и очищал дно Оки от мореных дубов, от всякого мусора, и заодно они вытаскивали вот эти мореные дубы тяжеленные. У него на странице есть прекрасные фотографии, как огромные вот эти баржи вытаскивают гигантские стволы мореного дуба. Эти дубы видели еще древних людей, все городища, которые стояли по берегам Оки. И вот теперь из этих дубов у нас есть с вами прекрасные произведения, на которых мы можем полюбоваться. Есть даже произведение с юмором, можете потом найти, у нас здесь есть «Ухо Ван Гога». Поищите потом, кто еще не ознакомился. Сергей Силаев. Я что-то его не вижу. Он здесь с нами? Нет. Сергей Силаев представил нам вот такие панно. Это постоянный участник наших выставок. Он постоянно у нас выставляется на розовой стене, на летнем вернисаже. Не случайно тут рядом с ним лежит вот такая простая доска, чтобы вот детям и нашим посетителям было понятно. Вот такая, ну, грубая, необработанная дощечка, которая под руками каждого мастера, который представлен здесь, превращается в вот такое произведение искусства. Чудесные работы у него. И то, как он вписывает эти композиции в форму доски, это прекрасно. К сожалению, вот что-то он тоже не пришел, хотя собирался. Александр Юнашев, тогда выходите, вот вы как раз пришли к нам, выходите. Александр, мастер неутомимый, у него столько работ, он очень трудолюбивый, очень деятельный, работ огромное количество, нам даже пришлось некоторые отсеять, потому что их было очень много. Но большое вам спасибо за предоставление таких чудесных работ. Когда вешали, разбирали, что это у вас карельская береза или что за гад такой необычный. Это горный тополь. Вот, Светлана Ивановна, это горный тополь. Потому что мне что-то не могли понять. Но очень здорово и очень масштабно. Вот, например, голова быка, вот это, посмотрите, она огромная и тяжеленная. Она парит, посмотрите, какая. Суверен березы, американский орех и можжевельник, овчар. Так, давайте теперь вызовем к нам Сергея Власевича. Ну, оставайтесь нашим. Сергей Власевич тоже наш постоянный участник летнего вернисажа и
на розовой стене у нас неоднократно выставлялся. И он постоянно работает для того, чтобы показать свое искусство. Вот о чем говорила Наталья Петровна, что ему нужен зритель. И это здорово, что вы к этому стремитесь, что вы готовитесь к выставкам. Теперь мы будем знать, когда вы будете готовы. Теперь через 2 года мы ждем от вас еще работы. Потому что сейчас, на мой взгляд, вершина вашего творчества, вот эти охотники на привале, это копия с картины. Они чудесные. Вот вы там вложили все-все-все, по крупиночке собирая вот это свое мастерство, и сейчас вот в этой работе все сложилось. Она прекрасна. Будем рады. Расписной деревянной скульптуры, которую видите в этих витринах, расписывает акрилом, постоянно тоже учится у старых мастеров, хоть и скрывает о себе всякую информацию. Молодец. Сегодня здесь присутствует Иван Мурзенко. Сам увлекся резьбой по дереву и создает замечательные произведения, очень цельные. У них прям форма такая прекрасная. Вот у каждой вашей скульптурки она прям как отлитая такая. Это классическая богородская резьба. Да. Мало моих заслуг. Ничего страшного. И вы это передаете своим ученикам, что очень важно. Ивана, своей школы резьбы, Ивана Мурзенко. Сегодня он нам даже покажет мастер-класс. Кто хочет попробовать себя в резьбе, может потом присоединиться вот за тот стол. И мы приглашаем сюда вашего главного ученика, красивого Матвея, у которого там все выходило. Матвей. Мы очень рады, что мы с тобой познакомились. И что мы теперь имеем возможность любоваться на твои чудесные произведения. Они вот в той витринке, они выпилены из дерева, да, ты выпиливаешь. Тут каждый мастер работает в своей технике. Матвей выпиливает и потом раскрашивает скульптуры. Срисовывает. И что? Ты очень точно все срисовываешь. Матвей не только выпиливает, он еще и рисует. У нас сейчас 2 твои работы висят еще внизу. Там Матвей ходил с нами на пленэры. Это очень здорово, что ты и в картинах, и в резьбе самореализуешься. И мы очень рады выставлять твои работы. Все приходят, они всем повышают настроение, все любуются. И дети, и взрослые, ты даришь хорошее настроение всем. Ярослав, господи, тоже вот один из моих учеников, и работаем здесь. Я оставил нам еще на выставку работы своих учеников. Они представлены вот в этой витрине, вот там на стеночке висят. Здорово, здорово наблюдать за таким мощным развитием вот этого направления, этой школы резьбы. Что это передается, что это не зачахло там где-то. И мы надеемся, что через 2 года ты уже будешь как Матвей самостоятельно в своей витрине представить нам свои работы. Все ученики или у нас еще кто-то есть? Ну, пока да, собирался еще один. Ну, ничего страшного, еще придут, значит. Мы поздравляем вас, мы благодарим вас, что вы приняли участие, что вы этим занимаетесь. И надеемся, что эта выставка привлечет внимание не только к этому искусству, но и к тому, чтобы дети и взрослые тоже начали этим заниматься, может, пришли в школу или кому-то обратились, что я хочу как вы вырезать. И вы тоже начали учить других людей, и все это передавалось, не зачахло. И через 2 года мы увидим здесь еще новых мастеров, новые работы.
Спасибо огромное выставочному залу, особенно Анастасии, что вспомнила про нас, позвала. Так очень приятно, хотелось бы отметиться здесь и почаще была здесь. Это хотелось бы... То, чем оно хочет стать. Бывает такое, что ты просто за руками следишь, как они что-то делают. Реально, это прям от этого получаешь особенное удовольствие. Конечно, когда мы используем липу, она минимально там текстурная и так далее, и ты уже как с бумагой, правильно, да, однотонная, и ты что-то туда свое вкладываешь. А бывает такое, когда действительно заготовка говорит, чем она хочет быть, и это очень здорово. Другой вопрос. А вот, ну, мне чисто практически, где вы берете вот такие массивы, там, вот, что голова бывает, это же найти надо, так что... Это годы накопительства, скопидомства и прочего. Нет, есть некоторые вещи... На дачах и на балконе квартиры это все располагается, я как жена вот этого, давайте вот четко сказать. Ну, мы как живописцы, у нас все забито холстами, подрамниками, органика, вот наши сайты, да, да. Квадратными корнями и прочим. У нас все в ход идет. Ну это же надо еще найти, там где-то по лесам. Ну понятно, что тут найти. Маркин, он выдалась, да, он это все там, подножный полковой, как мы подножный. Мы уже завидуем. Там мы еще не исследовали. Любовь к каким-то пологам деревьев влияет на ваше творчество? Да, вот я люблю липу, из нее у меня все получается. А вот это не очень, и вот я когда начал делать, ах, не пошло. Знаете, что вот, ну, опять же, лично для меня, я все-таки отношу себя к начинающим резчикам, вот, хоть и преподаю резьбу, вот, но суть в том, что все начинающие резчики, большинство, начинают с липы. И вот я пока на ней. А другие породы, они привносят свои сложности. Вот. И, но опять же и свои как бы нюансы, свою прелесть. Вот. Поэтому люди, которые дальше пошли, вот например, как Саша вынужден, вот, он уже гурман, который вот это то. То есть... могу сказать про можжевельник. Вот у меня очень много с можжевельником. У нас был цех, вот, Арчат, древовидный можжевельник, мы мебель делали, выставка была в Центральном парке художника в Москве. Вот этот материал. Я не хочу сказать, что он любимый, у меня все любимые, но он дает такую энергию, потому что когда открываете его, даже вот обыкновенная стружка, пыль, вот это же внутриклеточный вот этот запах, это того времени, а можжевельник, вы знаете, какой запах, энергию дает, даже вот
секрет открою, что я так быстро приготовился, так работал, что аритмия сердца заработала. То есть вот усталости никакой от можжевельника. То есть круглосуточно можно. Я с вами соглашусь, я после ковида поехала в Крым, и получилось, что место, где мы жили, можжевеловые рощи. У меня последствия за 2 дня кашель. То есть все, через 2 дня я не вспомнила, что был кашель и так далее, а там была пневмония, достаточно сложная. Это удивительное дерево, соглашусь с вами. Мы его знаем, что иногда же дерево труднее кормить, да, как березу. Ну, например, конёнку, гулянку, березу делать. Но образ мёртвого рождается в соответствии. То есть вы это идете от материала или от образа? Нет, скорее всего, материал. Вот там вот эти линии, они как раз дают. А это те линии, которые иногда можно художника как-то... Ну, не то, не те линии. А это природа, ты можешь сказать, сам Бог вот эту линию пролил. Бог ее просто оформит. Ну, не испортить хотя бы. Ну, мы с вами вот все... Природная дни... такая божественная гармония. Единый в любви к вот этому существу, да, к павлину. Нам деваться некуда, мы в таком городе живем. Но у нас в последнее время еще одна любовь появилась. Вот вы видите, что здесь у нас наличник, да? Вот, и мы с такой целью задались посвятить некоторое время и силы этой теме. Поэтому мы вам предлагаем... Мы вторгаемся в вашу творческую программу. Предлагаю к следующему нашему событию. Нет, подумать просто о том, что это тоже удивительное искусство, которое исчезает потихоньку из нашей жизни. И так как мы деревом занимаемся с той целью, чтобы передать это все-таки и ученикам, и детям, там, чтобы это не ушло и жило, не только что мы получали удовольствие от этого, но и дальше в этом, да, не ушло. Наличник это тоже такое удивительное время. Да, которое наше, русское, родное, недорогое нам, да, лицо дома. Поэтому мы вам просто предлагаем эту мысль где-нибудь себе пожить. Да, мы хотели это. Спасибо вам. А можно, я хочу обратиться к коллегам. А вот, на самом деле, Сергей, к вам тоже. В чем суть, Сергей, да? В чем суть? Вот Александр меня поддержит полностью, потому как мы с ним много раз уже общались на эту тему. Мы очень хотим создать клуб резчиков. Вот. То есть у меня есть помещение для этого, у меня есть время для этого, есть возможности. То есть мне остается сказать только добро пожаловать. Давайте договоримся, в какой день будет это удобно, скажем, там раз в месяц собираться, раз в 2 месяца. И просто, ну, какой-то тут совет, я не знаю. Просто, на самом деле, вот общаясь с коллегами, общаясь с такими же увлеченными людьми, как сам, заряжаешься и очень многое получаешь. И вот я бы хотел, чтобы это у нас в городе появилось. Поддержка. Вот. Так что вот, welcome, давайте я вот там сейчас буду договориться, как-то обменяемся контактами. Опять же, если есть посетители, кто-то интересующийся, тоже будем рады. Ну, может быть, вы тогда решите, в какой день, сколько во времени это будет заниматься, мы можем там объявление ВКонтакте, значит, что вот в какой-то день будет собираться. Это будет здорово. Да. Допустим, там какой-то первая, вторая, третья, пятница, вот все, какой-то день такой, чтобы стабильный день такой, чтобы все не забывали. Еще хочу такой небольшой анонс, ну, больше для мастеров, конечно, ну и... Выставка такая богатая получилась, мы тут же разродились программы для детей. То есть будут ходить к нам классы, будут ходить в детский сад, чудо дерево. Мы будем как раз вас показывать, рассказывать. И надеюсь, что может к вам подождите вам потенциальных учеников. Здоровья. Можете объявить своим друзьям, своих детей приводить. Фотографии принес, наверное, может быть, если кому интересно, и посмотрит, потому что я сюда не могу принести свое, можно сказать, свою гордость изделия. В Распятском монастыре стоит Долгов дубовый, трехметровая моя работа, освещенная все как положено. Так что приходите туда смотреть. Распятский монастырь, Распятский собор. Он молодой и еле-еле восстанавливается. Как могли. Сохранили, нет, старые?
нет, сейчас начинают, вот мы заходили в спортзал, начинают немножко там очищать. Там, заходили, смотрели, конечно. Все в таком, в нулевом. Еще, в начале. Ну что, можно считать нашу выставку открытой. Теперь вы можете задать вопросы мастерам уже лично, в личной беседе, если у кого-то появился. Кто-то может присоединиться к мастер-классу и попробовать себя, Оля Речка. Спасибо всем большое.